Первую в Приморье спортивную площадку с цифровым сопровождением сдали в эксплуатацию в поселке Смоляниново Шкотовского района. Как обозначил губернатор края Олег Кожемяка, в регионе продолжится строительство таких площадок, и с каждым годом их будет становиться все больше и больше. Приморцы выбирают спорт. Сегодня спортивное общество Приморья прирастает с каждым годом новыми ребятами. Радует, что это молодежь, которая стремится быть здоровыми, спортивно активными. И проведение в этом году детей Азии показало, насколько приморцы тяготеют к спорту, насколько это важно. Поэтому мы в 2023 году продолжим эту олимпийскую поступь и проведем краевые игры, аналог Детей Азии, Дети Приморья. Олег Матыцын от имени Минспорта России также поздравил жителей Смоляниново с открытием нового стадиона и отметил активную позицию и значительный вклад руководства Приморья в развитие физкультуры. Это все во благо жителей, во благо сегодня жителей Смоляниново. Я очень рад, что эта площадка находится в непосредственной близости со школой. Это значит, что дети и родители получат дополнительную возможность заниматься спортом, будут еще более здоровыми. А это, наверное, самая главная наша задача – сделать так, чтобы были везде, в каждом городе, в каждом населенном пункте комфортные условия для занятия спортом. Площадка включает в себя футбольное поле, баскетбольное и волейбольное, беговую дорожку, трибуну на 100 мест, силовые тренажеры для детей и взрослых. Главной фишкой спорткомплекса стало наличие видеоинструкции по правильному выполнению упражнений на тренажерах. Достаточно навести на специальный QR-код смартфон. Анна Дьякова, новости на 8.